Bonjour les filles. Bonjour. Начинаем наши 3 минуты французского. Сегодня мы продолжаем тему животные. И у нас сегодня 3 следующих животных. Сначала мы покажем уточку. Уточка, вот она как утка по-французски. Canard. Еще раз. Canard. Canard. И маленький утенок. Canton. Да. Теперь кису. Покажи кису, Алис. Вот она, кошечка и котята. Как кошечка? Ша. Пути. Пути. Да, это пути. Аша. Аша. Кошка. И маленькие котята. Шатун. А шатон, пути шатон. Пути шатон, маленький котенок, да. А шатон. Пути шатон. И собачка. У нас есть еще собачка сегодня. Пути. И пути, да. Как собачка? Щи. А щья и маленькие щеночки. Щио. А щио, где у нас щеночки, Алис? Ну-ка, где щеночки? А щио, пути. А щио. Вот, а щио, пути, щио. Давай покажем. Как по-французски. Как по-французски что? Собачки. Собачка, а щия, скажи. А щия. И маленький щеночек. А щио. Ащио. Ащио. На, соедини их вместе. Только это нужно сюда. Вот, мы собрали всех животных. Вот сколько их у нас за 2 занятия вот, получились. Киса, собачка. Курочка, зайчик и корова. Все, мы закончили. Всем давайте пока. Пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Au revoir, les amis. Thank you.